Многодетные семьи будут строить дома вместе. Проект «Семейный городок» объединил около 50 человек. Это те, кто уже получил участки в Высокогорском районе. Многие возводят дома впервые, поэтому в раздумьях, с чего начать. Все в свои руки взяла Светлана Авилова. Автор «Семейного городка» составила несколько проектов домов и разослала всем желающим. Каждый может предложить доработки. Если сразу у нескольких семей будет один типовой проект, удастся серьезно сэкономить во время возведения дома. Если семья может контролировать строительство сама, нанимая просто специалистов узкого профиля, допустим, отдельно тех, кто фундамент сделает, подсобников, чтобы стены возвести, контролировать их, и специалистов на крышу, то здесь, по моим подсчетам, можно сэкономить, причем ощутимо. Вот мы стараемся найти такие организации, которые бы могли предложить бюджетные варианты, чтобы вложиться где-то в 1,5 миллиона в строительство.